Уважаемый господин министр, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в рамках визита, который начался вчера, встречей у президента Российской Федерации Владимира Путина, в ходе которой в очередной раз было подтверждено, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой – это ключевой внешнеполитический приоритет Российской Федерации. Наши отношения являются примером выстраивания межгосударственных связей на основе принципов партнерства, доверия, взаимного учета и интересов друг друга. По итогам 5 встреч глав государств в прошлом году достигнуты важные, я бы сказал, прорывные результаты в сфере практического взаимодействия. И в этом месяце в Пекине с большим успехом прошел форум «Один пояс, один путь», на полях которого состоялись переговоры президента Путина с председателем Си Цзиньпином. С начала года уже состоялись визиты в нашу страну председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джан Цзяна, руководителя канцелярии ЦК КПК Ли Чжаншу, вице-премьера Госсовета Ван Яна и Джан Гаоли. Рассчитываем на то, что и до конца этого года не менее интенсивным будут контакты по всем линиям. Наше взаимодействие во внешнеполитической сфере, как было подчеркнуто нашими лидерами на переговорах в Пекине в очередной раз, является все более весомым фактором мировой политики, примером ответственного подхода к решению актуальных международных проблем на прочной основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права. Эффективно сотрудничаем в различных многосторонних форматах и в ООН, в группе 20, в Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, АТЭС, в Восточно-Азиатских саммитах, в тройке России, Индии и Китай, в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Убежден, что сегодняшние переговоры позволят нам наметить дальнейшие конкретные шаги по воплощению в жизнь тех договоренностей, которые достигаются на высшем уровне. Очень рады вас видеть. Еще раз добро пожаловать.很高兴应老朋友的邀请，再次访问俄罗斯。不久前，普京总统成功的出席了北京召开的“一带一路”首届国际合作高峰论坛，习主席同普京总统举行了今年的首次的会晤。两国元首就双边关系的发展、“一带一路”同欧亚经济联盟的对接。 以及我们共同关心的国际问题问题深入的交换了意见，不仅达成了重要共识，而且呢，引领我们中俄的全面战略协作伙伴关系保持着发展的势头。当前的国际和地区形势正在发生复杂和深刻的演变，不确定、不稳定的因素在明显的增多。但是，无论国际形势如何变化，中俄关系 都不会受到任何的影响。双方继续发展和深化全面战略协作伙伴关系的决心和信心也不会发生任何的动摇。我们愿同俄方一道，遵循两国元首达成的共识，维护好、发展好中俄关系，始终是对方为本国外交的优先的方向，坚定地支持对方自主选择的发展道路，坚定地 支持彼此的核心利益和重大的关切，积极地拓展各个领域的务实合作，在国际和地区事务当中加强协调和配合，更好地助力我们各自的发展和振兴，也更好地促进地区和世界的稳定与发展。昨天，我一到莫斯科，普京总统就同我举行了会见。实际上，你所说我们 就今年的高层的交往，特别是习近平主席预定对俄罗斯进行的国事访问，进行了深入的沟通，也达成了非常重要的共识。我愿同你一道，今天根据两国元首达成的方向，我们一起来做具体的谋划，发挥好我们两国外交部在两国关系当中应有的作用。再次对你的邀请表示感谢，谢谢。